Это не символ ужаса и террора. Это символ трусости. Они нас боятся! Никто не чувствует себя счастливым от того, что невиновных сажают, кроме него. Кроме небольшой группы людей вокруг него. И мы с вами должны верить в свои силы. Вы, мы все вместе и с политзеками также заставим отпустить, если нас будет много. Мы всего добьемся. Главное не расходиться, не забывать и делать что-то каждый день. Спасибо всем, кто пришел! Я думаю, что многие из вас, вы, наверное, все, когда ехали сюда, или вообще, когда этот день начался, когда вы узнали об этой чудовищной новости, вы спрашивали себя, вы задавали себе привычный, к сожалению, русский вопрос, что делать? Вот дальше, что с этим делать? Как дальше жить с этим? У меня есть для вас одно, ну, такая психологическая установка, что ли. Попробуйте запомнить этот день во всех его деталях, во всех его чувствах, во всех его ощущениях. Возьмите с собой навсегда в вашу жизнь этот день. Ну, вот это все, конечно, уважаемый суд, уважаемые, уважаемые присутствующие, я расцениваю как, ну, такую судорогу этой отвратительной власти. У меня есть право в этом суде совершенно прямо сказать, что да, я против Владимира Путина. Да, я против его власти, я буду с ней бороться. Давайте по делу, по делу. Нет, я... Так, ваша честь, а разве в этом не суть нашего дела? Не забудем, не простим! Навальный, герой России! Хватит Путина! Хватит Путина! Они убили Немцова, они убили Навального! Sie haben Немцов umgebracht, Sie haben Навальный umgebracht. И они хотят продолжать убивать, не нужно иллюзии каких-то испытывать. Они хотят продолжать убивать. И глядя вот, оборачиваясь, и глядя на это здание сзади, я хочу сказать, что я испытываю ненависть. Россия будет свободной! 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 У меня нет цветов, но я положила Навальному вот эти сердечко и оберег желто-синий, желто-голубой. И я верю, я знаю, что у нас все будет хорошо. И мы будем еще добрым примером миру. У нас очень много силы. Мы очень классные, сильные люди. Поэтому объединяемся, метнаемся, граем и выиграем с любовью. Дякуємо всім. Победа Украине! Свобода России! Победа Украине! Свобода России! Герои не умирают! Герои не умирают! Герои не умирают! Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу.